Всем здравствуйте! Сегодня у нас поездка в деревню Береговая. Это у нас парк Славы. Достаточно неплохой парк для деревни. Как все полагается, буква Z. Из кохи представлена военная техника. Два БМП. Также здесь новый современный детский спортивный, вернее, тренажерный зал под открытым небом. Дальше детская игровая площадка с Military. Там украшена военной тематикой. Указано, что это штаб. Дети играют, радуются лету. В окончании парка начинается местный клуб. Конечно, парк небольшая, но для деревни такой, это очень даже неплохое место для вечерней прогулки. Удобные парковые диваны, современная подсветка. Заметили, сколько цветов? Даже хорошо подстриженные газоны. Это что? Самолет. Счастливое детство. Деревня Береговая знаменита тем, что она достаточно крупные фермерские, ну, может быть, не фермерские, хозяйства, сельхозхозяйства по производству овощей. Обеспечивает город Кемерово, близлежащие населенные пункты. Протяженность достаточно большая. Здесь на входе информация о деревне Береговая. Современный социальный паспорт. Страница истории, военная жизнь, полевая жизнь. Площадь территории почти 23 тысячи гектаров. Пашни из них 10,5. Парк Славы. А вот это клуб.